Час в радость, дамы и господа. В эфире трендовые новости. На Гавайях один рыбак чуть не превратился в ужин тигровой акулы. Хищница молниеносно приблизилась к лодке и попробовала ее на вкус. Повезло так повезло. Такой опасный аттракцион я еще не встречал. Рисковые ребята. Все прям как в песне. Шутил, как я и он. И на горизонте застыл ночной перрон, где он на прощание поднял вверх руку. Ну и как всегда, кто на позитиве, тот всегда в активе. Здоровья, добра, дамы и господа.